14 декабря – Всероссийский день приема граждан. Жители регионов смогли обратиться в приемную президента Российской Федерации по интересующим вопросам и проблемам. Муниципалитеты нашего региона сегодня также принимали граждан. Администрация Серпухова не стала исключением. Личный прием граждан проводился в порядке живой очереди. Для посетителей было одно требование – паспорт. Напомним, что Всероссийский день приема граждан проходит с 2013 года. Он организован по поручению президента. Несмотря на то, что акция проводилась в рабочий день, по разным вопросам в администрацию обратилось более 80 человек. Еще около 20 обратились на телефонную горячую линию.